Всем привет! С вами канал Артмания. И мы уже на даче. Смотрите, как классно. На даче. Смотрите, что я нашла. Муравьев рыжих. Вот у нас по газону полно таких кучек. Бугорки, вернее. И вот они тут бегают. Но в прошлый раз я не видела. В этот раз вот. Вот, пожалуйста. Там вон. Раз, два. Дима тут бегает. У нас холодно. Сегодня чего-то. Ух, прям. Очень холодно. Ну, не очень холодно. Все зелено. Красиво. Уже не цветет. Все цветки уже поотлетали. Игрушки, не знаю, сколько там завяжется, но она, по-моему... А, ну позапрошлом году она плодила, позапрошлом, да. Вот через год. Ну, пока что, наверное... А, ну вот да, она вот так вот выглядит. И это, наверное, вот... Ну вот она, наверное, это маленькая игрушка будет. Сначала она такая. Цветочков-то вон их много осталось. А, там вон есть еще одна. Сейчас покажу. Где? А, вот она. Вот одна. Господи, не вижу. А, да нет. Ох. А, вижу. О. Видели? Маленькая груша. А, ну вот они, да, наверное, завязалась, которая. Уже такая большая. А те, наверное, здесь все равно на одной ветке, видите, сколько цветов. Из них только останется штуки две. Три, как минимум. Столько, конечно, не будет. Половина поотлетает, и у нее просто не хватит сил. Настолько груша. Ну, конечно, как правило, мы подпираем деревья еще. Не знаю, в прошлый раз вы заметили, не заметили. Вот палка, видите? Вот она подпирается. Вот тут палка. И вон там тоже. Это веточкам тяжело. А, вот тут, кстати, тоже палка. Веткам тяжело очень держать. Их нужно подпирать, иначе они могут сломаться или треснуть. Вот на это можно записать отдельный ролик. В принципе, было. Так у нас классно на даче. Газон уже... Вот под грушей, кстати, газон вообще самый классный. Там никогда мы не стрижем. И он всегда там пышный, большой, пушистый такой. Прям классно. И виноград уже зацвел чуть-чуть. Не зацвел, а листочки появились, а то он был сухой совсем. Здесь вот, кстати, по-моему, жимолость. А вот у меня. Вот они, видите, ягодки. Они продолговатые, темно-фиолетово-красные. Да. В прошлом году он еще такой был маленький кустик. А уже вырос, скажи, да? Вырос? Все? Все? Виноград. А, уже появились маленькие виноградинки, смотрите. Малюсенькие детки винограда.
И здесь, смотрите, крыжовник. Маленький детка крыжовника. Здесь у нас куча компостная. Здесь мы сюда яблоки сбрасываем. Здесь у нас жасмин. С ним, кстати, чай пьют. Если кто не знал. Потому что я знаю, многие не знают. Его просто цветочки, когда появляются, отрывают и кладут в чайничек. Тут он прям у нас в этом году уже большой. Большой куст будет. Да, Дима? Большой. Тут куча. Мы прям вот только что приехали на дачу, меня так укачало. Кошмар, что-то вроде. Обычно, когда поешь, укачивает потом. Вроде не поела, все равно укачало. А тут как будто, смотрите, рельсы маленькие. Там делать что-то. Нет, на одной ногу вставай. Поднимай ногу. Так, сам стой. Молодец, но еще раз. Да нет, ровно вставай. А теперь сам стой. Стой на одной ноге. Отпускай меня. Попробуй сам на одной ноге. Видишь, я стою, Дим. Я на одной ноге стою. Вот. Ну-ка, стой, стой, стой. Молодец, молодец, молодец. Еще, еще, держи, держи в равновесии. Молодец, молодец, молодец. А теперь на другой. Молодец! Стой дольше. Давай считать. 1, 2, 3, 4, 5. Держи, держи. 6, 7, 8, 9, 10. Молодец! На одну ногу. Да это ты не пропрыгал, это ты прошел. Давай, на одной ноге стой. Давай стоять на одной ноге. Здесь вот мусор. Он всегда здесь был, кстати. А тут я нашла веточку. Не знаю, что это за ветка. Ой, ой, ой. Но она колючая. Сейчас найду. А, вот. Вот колючка. Веточки прям такие симпатичные. Не знаю, что это может быть такое. Фу, фу, как не трогать, Дима! Чё? А, я думаю, что он туда смотрит. Думаю, куда-то делось, непонятно. Не ходи сюда, здесь. О, видишь, упал. Иди, я на тебя покатаю. Отряхни штаны, смотри, что на штанах. Ой, кошмар как. Ой, что ты покатаешь? Как тебя зовут? Дима? Давай, считай. Давай, 1. Считай. Ну как ты не хотели считать? 1, 2, 3. Что он такое говорит? Ну я не знаю, что он говорит.